если смеет душа, то смеет во праву Иисущему пробег животного в истинный Бог наш. Молитвен пречистой своей матери всех святых, помилуй ты спасет нас, это благо человека любит. Христос воскрес! Искренне рады приветствовать вас в нашем храме, особенно в эти светлые пасхальные дни, Святой Седмицы. И приветствовать вас от всех прихожан этими жизнеутверждающими словами «Христос воскрес!». Христос воскрес! Батюшка, вы очень часто о нашем храме вспоминаете, заботитесь, спрашиваете, и иногда даже задаешься вопросом, что же ответить тому, что все, можно сказать, как обычно, простыми словами, служба идет, народ, слава Богу, очищается, исповедуется, приступает к другим таинствам. И то, что можно назвать полноценной приходской жизнью, она Божьей милостью идет своим чередом. И чтобы говорить о каких-то ярких моментах, может быть, и не приходится, но, как говорят, в стабильности вся красота. Вот, и мы хотим вот за эту стабильность поблагодарить вас, потому что не только интерес о том, что уже происходит на приходе, но и ваши молитвы как наместника, как настоятеля, как наместника Николо-Брежского монастыря и попечителя наших монастырских храмов. Очень дорого вас стоит эта молитва, поскольку мы можем какие-то труды совершать, мы можем какие-то дела великие делать, но ничто это невозможно без действительно духовной поддержки. И низкий поклон вам за то, что вы сегодня вместе с нами совершали божественную литургию, праздник из праздников, который нам всем дает те внутренние духовные силы и ту надежду на вечную жизнь, благодаря которой мы, в принципе, и живем в этом мире, и желаем, в первую очередь, достичь этой благой цели. Сегодня в этот день, пусть немногочисленное количество наших прихожан, но все, кто здесь, это больше, знаете, те люди, которые в храме находятся постоянно, постоянно молятся за нас, всех священнослужителей, и без их поддержки мы тоже ничего не стоим. Искренний и низкий вам поклон и благодарность за ваше неусыпное попечение о нас. И дай Бог, чтобы Господь радовал вот именно сегодняшней пасхальной радостью ваше сердце в течение всей жизни. Мы иногда скорбим о том, что Пасха не каждый день бывает. Но если была Пасха бы каждый день, мы бы не понимали, что она собой представляет. Поэтому иногда Господь и посылает какие-то скорби, какие-то неурядицы. Но именно в эти пасхальные дни сердце переполняется вот этой божественной благодатью, радостью, простой человеческой и духовной в том числе. И пусть эта радость, конечно, присутствует в вашей жизни и помогает вам нести ваш игуменский крест. Спасибо, Господи, всех благ. Христос воскрес! Дорогие отцы, братья и сестры, сегодня мы, к тому же, еще каждую пасхальную седмицу, в пятницу мы празднуем икону Божьей Матери, живоносный источник. Мы знаем, что вода, в принципе, это такое средство, которое Господь избрал для того, чтобы через именно это естество водное давать благодать и исцеление, и силу, и нашим духовным силам, и нашим физическим силам. И вода также связана с очень многими образами Божьей Матери, в частности, живоносным источником. Сегодня пятница. Пятница – это день страданий Христовых, вот, где Царица Небесная, Матерь Божия плакала у Христа. Но сегодня в пасхальной дни, в пасхальной радости вот, вода она превращается в именно символ благодати, в символ радости, как Господь говорил самарянке, которая, так сказать, почерпала воду из колодца, как мы знаем из Евангелия. И Он говорит, и Господь говорит, что я могу тебе дать воду, которая течет в жизнь вечную. А если
перевести это буквально с греческого языка, что она не течет, а скачет в жизнь вечную. Это такой символ радости творения, радости особого проявления божественной благодати, особого такого веселья и торжества. И в этот день я желаю, в этот пасхальный день, когда мы празднуем икону Божьей Матери Живоносный Источник, желаю вам радости, желаю небесного утешения, мира, здоровья на многое-многое благое лето. Храни вас Господь. Спасибо, Сергей. И, конечно, процветание нашему приходу. Процветание нашему приходу. Конечно, приходская жизнь – это, в общем-то, тут, как сказать, и человеческий фактор тоже сказывается. И бывают какие-то шероховатости, какие-то невнимания. Вот. Но, в конце концов, Господь, Он своим промыслом все управляет. Но с другой стороны, и я хочу всех вас поблагодарить, нашего дорогого благодетеля Виктора Александровича, верного помощницу Марию Ивановну, вас всех за то, что вы чутко все как бы принимаете участие в жизни прихода. Так и должно быть, так и было исторически, так было всегда. И я думаю, что вот в этом сочетании нашего живого участия, нашего стремления Господа и благословения Божьим, это есть залог процветания прихода и, соответственно, процветания каждого из нас, процветания духовного, процветания такого интересного и процветания нашей жизни вообще в общем. Так что помощи Божьей, радости, здоровья, многое-многое лет. Христос воскрес! Христос воскрес!